И видим, наша фамилия перескочнула на вторую строку. Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я расскажу о способе, который позволит сделать вашу страницу особенной, а именно размещение имени и фамилии будет в две строки. Также покажу, как сделать вот такой никнейм с большим отступом между именем и фамилией. И покажу, как сделать вот такой статус также с таким большим отступом. И что ж, поехали. Итак, для начала мы сотрем все, как было ранее. То есть мы убираем все наши данные. То есть стираю, как обычно у вас выглядит страница. Все стерли и видим отображение нашей фамилии. Обыкновенное. То есть находится имя и фамилия на одной строке. Чтобы сделать иначе, вам необходимо скачать текстовый документ, ссылку на который вы увидите в описании под видео. Скачиваете и открываете. И здесь при открытии вы видите, что находится текст с пунктами. Первый пункт позволит вам сделать отображение вашей фамилии на второй строке. Второй пункт позволит сделать отображение также вашей фамилии на второй строке, плюс между именем и фамилией будет размещаться ваш псевдоним, либо отчество, либо никнейм и прочее. Третий код позволит вам сделать отображение вашего статуса с большим отступом. Итак, сейчас я это вам продемонстрирую. Первым способом мы копируем все вот это содержимое до конца. Нажимаете копировать. Далее переходите редактировать и вставляете в отчество скопированный код. Далее нажимаете сохранить и переходим в нашу страницу и видим, наша фамилия перескочнула на вторую строку. Сейчас мы еще добавим наш статус с большим отступом. Копируем статус и вставляем, нажимаем сохранить, обновляем страницу и видим, что наш статус, в нашем статусе появился большой отступ. И сейчас продемонстрирую второй способ, который позволит вам сделать отображение также вашей фамилии на второй строке плюс имя. Позволит сделать отображение вашей фамилии также на второй строке, но при этом вы сможете написать свой никнейм либо псевдоним. Нажимаем копировать, далее снова переходим редактировать и вставляем скопированный нами код. Далее нажимаем сохранить, переходим на нашу страницу и видим, что у нас здесь тоже большой отступ, отдельно размещается наш псевдоним. В моем случае это ссылка на мой канал ВКонтакте. И также отдельно размещается мой статус. Также, если вы хотите оставлять пустые сообщения, вам необходимо просто будет скопировать вот этот часть кода. Нажимаем копировать. И, допустим, пишем на странице. Чтобы сделать пустоту, вставляем один код, нажимаем отправить и видим, что мы якобы что-то опубликовали, хотя ничего, мы вот пустота, в общем. Все, как-то так. Всем спасибо за просмотр, если вам это видео было полезно, ставьте лайк, также подписывайтесь на мой канал, нажимая вот этот колокольчик. И оставляю здесь галочку, вы будете в курсе всех моих новых видео на моем канале. Все, всем пока.